Всем привет, меня зовут Максим, я приехал в Китай из Казахстана, из города Темиртау. Учусь я уже здесь месяц, мне все нравится. Особо я был удивлен в Китае местным колоритом и людьми. И то, что здесь очень легко расплачиваться через QR-коды и WeChat. Общежитие мне понравилось, мы живем вчетвером. В каждой комнате есть свой санузел, душ, туалет. Все очень комфортно. Питаюсь в основном в столовой. В день уходит примерно 30 юаней. Я думаю, это не так много. Средняя порция в столовой стоит 10 юаней. Я думаю, это очень хорошо. Учителя меня устраивают. Преподают все чисто, хорошо. Понятно. Вот. Отдельное слово хотел бы сказать родителям, сказать им спасибо, что отдали меня в Китай. Спасибо вам.